Настало время рассмотреть первую архитектуру, которая будет использовать свертки и пулинг. И в качестве этой архитектуры я приведу Linet. Linet – это архитектура, которая была предложена Яном Ликуном для того, чтобы распознавать рукописные цифры. На входе у нас имеется изображение размером 32 на 32 с всего одним каналом. То есть это черно-белое изображение. Это изображение скармливается в свертку размером 5 на 5. То есть это означает, что фильтры в этой свертке имеют размер 5 на 5. И на выходе из этой свертки должно получиться 6 каналов. Причем в этой архитектуре мы не делаем никаких паддингов. Вопрос. Какого размера получится результат этой операции? Свертки 5 на 5 без паддингов со страйдами 1 по x и 1 по y. И на выходе должно быть 6 каналов.